Не придется включать и малышам постарше, если вы предложите им гимнастики из нашего следующего раздела. Вместе с мышцами будем развивать воображение. Хотим предложить для ваших детей гимнастику с воображением, которую они будут делать всегда с удовольствием. Можно начать с упражнения «Веселая пчелка». Это упражнение учит детей направлять свое дыхание и внимание на определенные участки тела. Малыш делает свободный вдох, а на выдохе произносит звук «з». При этом пчелка садится то на нос, то на одну ручку, то на другую. Следующее упражнение называется «Шалтай-болтай». Малыш, расслабившись, со свободно свисающими ручками, делает повороты. Руки болтаются, как у тряпичной куклы. Хорошо, если при этом ребенок слегка ударяет ими себя по спинке. Выполняя это движение, можно приговаривать, а можно даже и спеть. «Шалтай-болтай сидел на стене, шалтай-болтай свалился во сне». Малыш, закончив упражнение, плавно опускается на пол. Упражнение «Зернышко». Ребенок сворачивается калачиком, как маленькое зернышко. Вот пригрело солнышко, затем полил дождик, и зернышко зевает широко, с удовольствием потягивается. Ножки-корешки, а ручки-росточки поворачиваются и тянутся к солнышку. Малыш медленно поднимается с пола. Упражнение «Кошечка». Ребенок в позе спящей кошечки лежит и мурлычет. Затем встает на колени и выгибает спинку со звуком «шшш». Это своеобразный прием расслабления. Кошечка проползает под забором. Малыш медленно опускается на локти. Затем ягодицами садится на ноги и медленно, опустив голову, как бы проползает под забором. Змея. Ребенок ложится животиком на пол, поднимается на вытянутых ручках и выходит в позу змеи. Голова при этом гордо поворачивается влево, вправо, шипя. Сложный комплекс, но очень полезный для развивающегося организма. Следующее упражнение – собачка. Исходное положение – упор на руках и ногах. Ягодицы подняты вверх. Собачка лает, виляет хвостиком. Это упражнение укрепляет мышцы рук, ног и улучшает кровоснабжение. И последнее упражнение – «Левушка». Сидя на пятках, лев высматривает добычу. При этом язык ребенка прижат к небу под зубами. Малыш поворачивается до предела в левую сторону, одновременно двигая язык за зубами в сторону поворота. То же самое он делает, поворачивая голову в правую сторону. Лев нашел добычу. Ребенок встает на колени, пальцы его согнуты, словно когти, и сильно напряжены. Глаза смотрят вверх, лев рычит. Повторять это упражнение нужно 2-3 раза. Это упражнение положительно действует на голосовые связки, миндалины и щитовидную железу.